Ну, сегодня вчера, блин, в телеге видос был, стоит солдат, ну, лицо закрыто там во всем этом обмундировании, и рассказывает, что нету никакого затопления, что люди нормально живут, а сзади него окошко, и видно, что там, блин, море по колено, как минимум. Прикольно. Это про то, что Ну, в это общем. ГЭС? Это ГЭС то, что разрушили? Да. Ну да. Но там основная проблема в том, что эта ГЭС, она, оказывается, охлаждает реактор. Это их не какое-то атомное. Ну и нормально, сами себе натворили же долбанеты и все. Так И это наши жопа. сделали, это не их, это наши сделали. Да что, наши? Говорили, Ну, что это хохлы долбанули. там не долбанули, там это наша диверсионная группа, они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, но больше, чем они планировали. А, ну, Постройки естественно, типа. накроет, как это, как Чернобыль, да? Ну, постройка-то что, 50-х годов. Она там быстро поползла, пошла. А там чуть ниже сафари-парк был. Короче, 1000 животных погибли. Понятно.